Здравствуйте. Здравствуйте. Масочка оделим, да? Я нет. Почему? Я не пользуюсь масочками. Товар пробить. Маска осталась? Что говорит? Маску дай, пожалуйста. Сейчас, 800. Пока. Кому? Кому? Подойдите, вот маску берите, пожалуйста. Зачем? Чтобы одеть. Кому? Человек, вы себе. Маску? Берите. Зачем мне маска? Я уже вам сказал, мне не надо маску. Спасибо. Маску оденьте, без маски не обслуживаем. Зачем мне маска? Мы вам маску даем. Берите маску, оденьте. Зачем? Объясните мне, зачем? Идите, а. Следующий проходим. Следующий, проходите. А зачем у меня товар забрали, девушка? Вот с этой стороны терминал. Девушка, зачем у меня товар забрали? Потому что вы маску не одели. Ну и что, что я маску не одел? Вы товар-то верните. В чем здесь? Что, оплачивали, что ли? Требуется прямо. Ну, я вообще-то выбрал этот товар. Оплачивали, что ли? Требуется товар. А что, так можно у любого отобрать? Не оплачено же. Дайте сюда. Вы что вы делаете вообще? Да вы что? Товар верни мой. Дайте товар. Товар мой верни. Нормально. Товар верни, сказал. Нормально общайся. Товар верни. Товар, говорю, верни мой. Женщина, заберите свои огурцы. Маску оденьте. Это я же не оплатила вот на это. Забирать я вам дарю. Я за них заплачу, я вам дарю. Я купил эти огурцы. Да? Да. Спасибо, я же не прошу. Не надо? Если он заплатит... Я заплачу. Он не сможет оплачивать, еще вам оплачивать. Что это не смогу? Я состоятельный. У меня есть деньги, могу оплатить. Товар мой верните. Маску наденьте, вам маску дают бесплатную надеть. Так я не нуждаюсь в подачках. Какие подачки вам дают бесплатные? Просто... Ну так если с бесплатной я вам дам грязную тряпку оденешь, нет. Юля, пробей ему йогурт и пусть валит. Вы не хамите. Хамить вы, вы не хамите. Я обычный покупатель, пришел за товаром. Научили. 146 рублей. На где терминал у вас? Вот. Так, ставлю на паузу для того, чтобы оплатить по карточке. Администратор, кто у вас главный? Сейчас будем оформлять вас в магазин за продажу просрочки. Администратор, говорю, кто? Женщина, вы администратор? Мне нужно осуществить возврат денежных средств. 4 рубля посмотрите. А, 8. Возврат денежных средств, пожалуйста, для начала. И ваш бейдж где? Вы куда унесли мой товар, женщина? Вы куда товар мой понесли? Я сказал денежные средства вернуть. Не понял, в чем дело? Женщина, все фиксируется ведь. С какой целью вы у меня забрали товар? Сюда не проходим. Сюда не проходим. Товар мой верните. Я верну. В чем дело? Ну, да, Вася, что ты куда его понесла? Ты хочешь его подменить? Я с вами, по-моему, на вы разговариваю. Ты зачем взяла мой товар без моего спроса? Бигзот. Товар дай сюда на мои руки. Товар в мои руки дай, пожалуйста. И теперь верни средства мои по чеку. И представься, где твой бейджик? Ты директор магазина или кто ты? Заведующая? Сразу наряд полиции вызывает, участкового. Сейчас будем просрочку оформлять. Не надо трогать. Я покажу, если надо. Срок годности до 13 числа. Сегодня 13. Сегодня 13 число. Вчера просрочилось. Почему вчера просрочилось? Слушайте, вы работник магазина, вы должны лучше меня знать.
все санитарные нормы и все остальное. Я посмотрела, наверное, это я виновата. Что? Вопрос не виновата, вопрос, я приобрел товар, требую вернуть оплату, это первый момент. Он оплатил уже? Да, я оплатил. Они же подставляют нас с собой. Берзот знает уже. Сначала верните деньги. И это ворот утилизировать. Будем вызывать наряд полиции, оформлять будем ваш магазин. Конечно. Вы думаете, что только вот эту просрочку я вам предъявил? Это только ваш начало. Прав. Я знаю, что наряд. Это право. Да, на какой кассе будете возврат делать? На которой прочивали. Хорошо, там очередь, тогда без очереди, как это все будет? Я хотел бы, чтобы все-таки вы представились. Где ваш бейджик? С кем я вообще общаюсь? Женщина, не игнорируйте меня. Светлана меня зовут. Светлана. Кто вы по должности? Старший кассир. Старший кассир. А руководитель магазина, кто у вас сейчас самый старший? Пригласите самого старшего, буду общаться с старшим. Вы только что с ним общались. Значит, его пригласите, я буду общаться дальше с ним. В том числе по поводу вашего хамства. Хамство? Все зафиксировано на видео. В том числе отбирание у меня товара вашим кассиром. Отбирание товара, который уже приобретен. Карты прикладывают? Не вы! Зачем вы? Чек мой верните, который я вам дал, женщина. Светлана. Я еще не сделала возврат. А сейчас вы что, к чему я прикладывал? Что вы мне сейчас дали? Извините, пожалуйста, можете два вида. Вы не знаете, что вы брали? Мужчина. Надолго, я так понимаю. У меня одинаковый, это... Смотрите нормально. Чем вы умный человек вообще. Ну, одинаковый. А одинаковый. Вы можете, я ему пробила, что у меня это списано? Списалось. Что у вас за магазин? То есть вы хотите сказать, что вы мне что-то другое пробили, что ли? Вы же умный человек, смотрите сами. Разбирайтесь. Все, нет, где чек возврата мой на второй товар? Вы мне только два йогурта вернули. Женщина, вы вернули два йогурта. Я не прикладывал к терминалу телефон. Я не знаю, кому вы что вернули. Так списали, мне не надо списывать, мне нужно вернуть мне деньги. Ну, мне тоже чек. Я вам предложил на отдельной кассе, на свободной кассе произвести все операции. Вы хотите в очереди, чтобы это... Вам какая разница? Это наша... Да потому что это неудобно. У нас не делается. Вы сейчас хотели что, меня обмануть? Давайте проходим, кто следующий. Вы на данный момент мне вернули только за две упаковки. За третью упаковку не вернули. Вы даже. Спасибо. Я вам верну наличка, потому что у женщины списали 48 рублей. Ей на карту перешло 48. Понятно, сдачи у меня нету. Так, значит, при мне утилизируйте. Почти на 3 месяца. 17.06.21. Нет, 2 месяца. 19.12.20. Ага. То есть, а тем понятно. Более газированный, это вообще можно травануться. Открути мне, я глотну. Мне говорю, вообще не сухо. Просто знаешь, что эти бутылочки звонят. У меня просто как бы от того безобразия, которое я увидел, стрессовая ситуация. Нифига себе, слушай, я на самом деле этой штукой не балуюсь, но вкус отвратительный. Он ужасный, конечно. Он, по-моему, тут и газов-то уже не осталось. Газов? Нет. Он до 03-05. Мне обратно. 03-05? Да. Мне востребован, но у них стоит. Что ты сейчас? Почему он тогда у них не со скидкой? Так, я, наверное, закрыть, ты же уже не будешь. Какой скиф? Я думала, они у все сдохли давно. В корзину витрину. Вот 26.07 будешь пробовать, нет? Посвежей? Не, он нам живым нужен. Ну давай посвежей, да. Давай, я эту уже надкусил, скажем так. Давай ее туда. Оно еще вкус дает вишня. Не очень хороший. Останьте жирный, а так ничего в жизни. Так а что это будет? Просто он гадкий. Завтра звоните, что звоните. Мы это, уже матерые, нас уже просто так не взять. Мы уже провакцинировались. Как Цезарь, да, вы уже по чуть-чуть яда и нормально. Фу, на самом деле. До марта, а нет, до 3 мая.
Здравствуйте. Здравствуйте, пробейте водички. Ну, масочку, пожалуйста. Я не пользуюсь масочками. Светлана, зачем вы такие даете незаконные указания своим работникам не пробивать? Светлана, оденьте, пожалуйста, масочку себе на нос. А вы почему не оденьте? Мы не в детском садике. Светлана, выполните мое распоряжение. Оденьте маску себе на нос. Светлана. А вы кто такой, чтобы распоряжаться? А вы кто такой, чтобы давать указания, что мне носить? Кто вы, Светлана? Давайте. А вы кто? Баш на баш, даш на даш. Одевайте масочку, а я потом подумаю. Я представлюсь еще. Здравствуйте. Добрый день. Слушаю вас. Быстрее, покажите. Конечно, пожалуйста. Чего? Конечно, пожалуйста. Покажите. Пожалуйста. Аккуратненько, вы главное, не нервничайте. Да, конечно. Так, сержант. Так, младший сержант полиции Рудинцов, Дмитрий Русланович, полицейский. Так, значит, смотрите, нам нужен участковый. Мне бы возврат сделать. Нам нужен участковый. Мы приобрели товар просроченный. Нам нужно оформить нарушение прав потребителей. Хорошо, сейчас, секунду. Там пофиксирую, подойду сейчас. Какая разница, почему брал, что заставлял? Вот, то есть вы говорите, что нормально торговать просроком? Вы серьезно? Пускай другой человек придет купить, да? Специально устроили. Да? Да? В смысле, специально устроили просрочку у вас в магазине, вы выложили? Идите отсюда, вы нормальные. Так тебе что, деньги отказываются вернуть? Вы мне отказываете вернуть деньги? За просроченную продукцию? Вы серьезно? Светлану позовите вашего старшего. И Бигзота позовите, потому что, насколько я понял, он у вас старший. Ну тогда кто вас старший, позовите? Потому что это странно, когда вы отказываетесь возвращать деньги. Это уже немножко другая статья будет. Здравствуйте. Здравствуйте. Один будет говорить. Ну, понял, ничего. Я приобрел только что. Уже оплатили? Да, конечно. Срок годности 7 суток. Упакованный 4. То есть 4 начинаем читать, получаем 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 числа был последний срок годности. Вот. Я подошел сейчас на кассу, попросил, чтобы мне вернули. Да. Деньги за покупку, мне отказывают. Почему? Просто говорит, валите отсюда. Вот на камеру только что. Ну, вам скорее всего, тогда, потому что вы без маски. Да нет. Сейчас я поговорю. Нет, обслужили без маски. Сейчас я поговорю. Вы уже платили, да? Ну, конечно. Сейчас я поговорю. У нас я пробивала. Они были не такие совсем. Кто были не такие совсем? Подменили? Может, вот этот просроченный? Вам предоставляют чек. 04-го просроченный. Сейчас, тоже мы с собой можно поговорить? Смотрите, там... У вас все просрочено. А, вам, конечно, не передавайте третьим. Это же вот этот чек? Да? Там номер кассы, время, дата, все указано. Тут написано номер кассы, номер, время. Вот там же по кассе понятно, когда пробивали, да? Да. Посмотрите, там же свете, там номер товара есть. У каждого товара есть собственный номер. То есть это как бы он, то как бы граждане вправе ее вернуть свои деньги. А то, что без маски, это мы уже хорошо, потом. Хорошо, я верну. Давайте. Это откуда взяли, извините? Ну, с прилавка, наверное. Это не я брал, это у Дениса спросите. Ну, спрашивайте. Ваш, конечно. Вот это именно не было на витрине. Девушка, я вам скажу сразу, то, что там внутри, я понимаю, что, возможно, они не просрочены. Они видите, вот твердые помидоры, возможно, нормальные они, помидоры. Возможно, они не просрочены, понимаете? Но у каждого товара, у каждого товара есть своя бумажка, понимаете? Давайте, покажите мне. 15 суток. 31-го доставка, 15 суток. Срок годности когда закончен? Еще срок есть. Почему? Почему? Доставка 31.07. 15 суток. Так, есть, да. Да. В чем есть доставка? Срок годности давайте разберемся. 15 суток. Сейчас подождите. Давайте я посмотрю. Давайте я почитаю сам. Смотрите. Дата изготовления упаковки 30.07. Угу. 30.07. Да. Еще 15 суток есть. Дата изготовления и упаковки. Двое суток еще. 30.07. Двое суток еще. Да. Согласны?
Нет, подождите, я смотрю. Я просто говорю, этот товар не брал, сейчас мы выясним. Вот, там изготовление, не упаковка, а изготовление выше. Да вот еще кофе. Кто брал? Поясните, я просто... Давай, расскажи. Вот, дата изготовления. Вот, изготовление и упаковка. 30-е. Это наши, это нам еще, понимаете, еще два дня. А ты точно их брал? Или просто они уже сейчас тут кручу-верчу? Смотрите, тележку у нас уже с продуктами забирали. Я не знаю, что вы там сейчас химичите. Везде у нас камеры. Я не знаю, что, женщина, вы химичите. Не знаю. Вот. Специально это выдавили, я принесла. А где наша тележка с просрочкой? Да? Да. А вы ничего не поменяли, женщина? Нет, конечно. А некрасиво, некрасиво. Ой, некрасиво. Мы не ошибаемся, у нас большой опыт. Посмотрели в 30-е? Я вижу, все, посмотрели, два дня, давайте делаем. Вот я поэтому и говорю, что товар должен описываться и у них не оставляться. Они сейчас все угодно, что угодно сделают. Я именно так и думаю, честно. Так они так и сделали. Почему она сказала, тут я взяла не с витрины? То есть это намек, что я взяла со склада? Откуда это? Не один день, сегодня последний день. Денис, давай начнем с того, что эти товарищи, это не факт, что это тот товар, который ты брал с крыла. Они тележку увезли, и сейчас они ее подвезли. Они уже поменяли все. Зачем они увозили? Я не знаю, зачем они увозили. Они там что-то делали, я видела, только не видела, что стояли. Уж кто-кто, мы явно в просроках не ошибемся с нашим опытом. Вот. Еще два просрока. Изготовлено вот. 10-го, ну, вернее, на дефростации. 72 часа, трое суток, 10, 11, 12. 12-го был последний день, сегодня 13-й день. То есть вечер уже 13-е. Обалдеть. По новым правилам торговли ломбаж нельзя реализовывать. Она мятая. Все. Да, все правильно, давайте. Играйте, что ли? Денис, они забрали мою бутылочку, у них по кассе не прошло, ну, как и следовало ожидать. Но поскольку они начали принимать оплату, как бы наш трюк не удался. А баночка где моя? Так у сотрудника полиции осталось. А... Не знаю. Это твоя баночка, ничего не знаю, сейчас заберем. Да как они, пропикали ее? Нет, не пропикали. Ну, они начали пикать, но она не пикается. Ну, потому что товар не их. Ну, и вот господин не полицейский, знает. А где моя баночка? Где наша баночка? Там стоит. А что вы ее забрали? На статуэлик. А? На статуэлик. А зачем вы ее подсунули? Ну, вот я сейчас сказал вашему коллеге. Случайно? Нет, не случайно. Проверяйте. Ну, так она ж не пройдет, потому что там это же машина кассовая, она не пройдет. Я вам без записи объясню, для чего мы это сделали. Если нужно, я предъявлю доказательство, что это наша баночка. А давайте. Хорошо, давайте. Показывай, что у нас есть, на всякий случай. У нас есть баночка. Да, если что, мы ее предъявим на оплату. Что это у нас такая херня? Извиняюсь за выражение, если это попадет в эфир, так, экстрим. То есть мы можем это дело предъявить не с целью покупки, так как это наше имущество. Все, держи. Здесь все проверим, если это как бы ну, негодно, как бы сами понимаете, продукты негодны на прилавках, тут как бы, ну, сами понимаете. А пакет должен быть? Да. Пакет? Дим, пройди, пожалуйста, согласованный с администратором для составления смет по продуктам. Сверь, пожалуйста, тоже, по бумаге. Хорошо. Можно заявить? А ты заверил, да? Вы убедились, что срок просрочен? Сверь с продуктами. Чтобы продукты попадали, ну, сверялись в корзине, возобновление, да, и чтобы ты сам посмотрел, что они просрочены. Все, замечательно, они работают. Что-то они там с этой бутылкой делают. Что они делают с этой бутылкой? Колдуют. Сейчас поменяют, подождите. Не, ну у меня на видео зафиксировано, по крайней мере. У меня же не зря я говорю, чтобы все посмотрели, сверили, мало ли, может кто-то ошибся, может они ошиблись. Все, мы можем идти, правильно? Вы сметы будете контролировать? Зачем мне проверять? Мы свое дело не сделали. Не будете, да? Я думаю, как посмотреть курс по просрочке, наверное, знаете, да? Ну, да? В отдел полиции номер 1, Дзержинского 7. Да, знаю. Спасибо. Ну, честно, поражены вашей грамотностью. Честно. Все, пойдемте, уже на самом душно уже мне надоело. Ладно, спасибо уже. Большое, извините. Все, всего хорошего, до свидания. Что мы вас Светлана, надеюсь, в следующий раз
Вы не будете нарушать права потребителей. Всего хорошего, до свидания. До свидания.